Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как на устройстве MIDIGI Power перейти в режим Fast Boot. Для этого в первую очередь выключаем наше устройство, и затем после его полного отключения зажимаем комбинацию клавиш кнопка включения и кнопка громкости вверх одновременно на пару секунд. Попадаем в такого рода меню. Здесь используем кнопку громкости вверх, чтобы перемещаться, и кнопку громкости вниз, чтобы сделать выбор. И выбираем вторую опцию Fast Boot Mode. И таким образом попадаем в режим Fast Boot. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.